Ну что они тише сделали? Нормально, как ты. Чё? А что ты корм с собой не взял? Пипец, везет собаку, блин, хаски, и не взял с собой еды. Читай давай. Везет тебе. Я вообще ничего сдать не могу. Они маленькие, очень много кушают. Купите корм ему нормальный только, пожалуйста. Молю вас. Или я приеду с конфискацией собаки. Все не могу сдать. У меня 2 зачета из 6. 3 из 7. Почему? Бурсач, типа? Бурсач, ты бы лучше на поезде поехал, чем в машине. Ты за рулем, что ли? Подарите мне машину. У него права есть, правда. Давай. Лайк, а палец сделай, учить надо. Кого учить? У меня права есть. Дайте покататься на машине кто-нибудь. Да нет, правда ж? Да, в принципе, клип. Печальненько. Во, вот так вот у меня будет ночь. Где сидишь, чего ждешь? Жду два удовольствия. Сколько мы в час пойдем? Надо еще коньяк купить зайти. Он сегодня есть, интересно? А, просто сегодня беру на коньяк. А что у тебя за машина? Говорит, одну и дал, говорит, ремонт на 120 тысяч. Сегодня 30-е. Завтра Новый год, и мне в универ. Я нормально езжу. Я на маминой езжу. А у тебя какая? О, Мариак, нифига себе. Зенит чемпион. Зенит не очень. Могу сказать так, что Зенит не очень. Чем поет? Это они повторяются песни или нет? Или это мой плейлист играет? Помню, так хорошо. Кто это? Голландия. Коровы 550-650. А молочный тип. Ты же не учила. Я знаю, угад сказала. А быки, значит. Как? Холмогорская. Мясной. Молочный. Быки, значит, 800 с копейками до 1000, до 1100. Да? Я наугад говорю. И Сантьяно. Я каталась на машине, я умею ездить. Я с мамой ездила. Не поверишь, я 2 ночи вообще не сплю. Я просто... Какие нереальные мешки под глазами. Ты видела? Нет, это что такое освещение, конечно. Нет, это освещение такое. Не, ну просто жестко.
Не, не очень. Дарья. Привет, 3D. Хаски. Хаски тебя смотрят. Уйдите, я учу. Не пойду сегодня на кормление. Ну, может быть, пойду. Я спать хочу. Пошли, Яна. Яна.